Всем привет! Добро пожаловать в Краснодар. Здесь пройдет матч, очередной матч Мелбет первой лиги. Это 10-й тур и игра с участием Кубани и Арсенала. Хомуха разбегается вместе с партнерами. Подача сильная на дальнюю штангу. Удар в лед! И гол! 1-0! Кубань открывает счет. Эффектнейший мяч ударом в одно касание. И контратака еще одна. Булит не забил Щеткин. Хотя вроде бы в Казахстане не все так плохо с хоккеем. Внимание, Панченко под удар. И в касание бьет Григорян. И в итоге пенальти назначается. Остановился, бьет и забивает по центру. 1-1. Кирилл Панченко, 5-й гол в нынешнем турнире Мелбет первой лиги. Подача. Кубань в атаке. Удар в касание. Вот уже в деле, хотя, прямо скажем, не очень аккуратно он сыграл. Ходченков как-то грудью, что ли, обрабатывал этот мяч. Удар Абдокова в перекладину. Раздался этот треск перекладины в этом матче. Ну да, до штрафной влетел. Не совсем понятно, зачем. Качук бьет с острого угла и гол. Ошибается Ходченков. 2-1. И это Щеткин. Он все-таки нашел свой первый гол. Только сейчас до него добирается соперник. Пас хороший. И Ходченков все-таки удержал мяч в поле. Нет. Слушайте, ну, по-моему, не ушел мяч за пределы поля. Ну, неужели? Неужели офсайда нет? Товарищ судья Архипов выходит. Нет офсайда. Нет положения вне игры. Борьба, все. Финальный свисток.